Появление двух медицинских указов, по словам экспертов администрации главы и правительства Якутии, также полностью укладывается в систему целей стратегии 2030. Однако, с учетом личного заинтересованного участия главы региона в рассмотрении проблем охраны здоровья якутян, в этом аспекте приняты отдельные комплексные решения. В течение последних лет Егор Борисов не раз указывал на снижение удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг, особенно в городах, ссылаясь на результаты мониторинга социального самочувствия граждан. И итогом реализации медицинских указов Борисова должно стать избавление посетителей больниц и поликлиник от нескончаемых очередей, создание центров поддержки и сопровождения пациентов, развитие сети врачебных офисов и амбулаторий, приближенных к местам проживания пациентов, и ввод профильных медучреждений. Прежде всего, конечно, речь идет о нашем развитии непосредственно здравоохранения. Мы определили, что в первой половине 2017 года завершим строительство перинатального центра, большого объекта для детей наших. Потом начнем в 2017 году и в конце 2018, в начале 2019 года завершим строительство онкологического центра. Финансирование уже со стороны республики зарезервировано. И сразу после онкологического центра начнем параллельно строить кардиологический центр. Вот три важных объекта, которые должны решать очень много вопросов, которые связаны с улучшением здоровья наших людей.